Так, у нас сегодня обычный обед, но есть детали. Так, первая деталь. Надо чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да. Да, именно. Накатить. Оп. Да. И больше. Внимание. Здесь традиционная рюмка, ножка. Она выварена. Посмотрите, это произведение искусства, достойное картины Рембрандта. Из нее бульон. Он просто прозрачный, кристально чистый. Это просто песня. И жареная картошечка. Мелко, мелко порезана. Это просто песня. Здесь тостики. Именно поджаренный, как я люблю. Вот это да. Да, это да, я дожариваю все время. Капуста. Базарным маслом. С базарным маслом. Именно как ты любишь. Как я люблю, да. Сам доливал. Дальше. Чесночок. Мы берем чесночок. Смотри. Раз. В бульончик. Теперь в бульон мы добавляем зелень. Не жалейте зелень. Укроп, да, петрушка, да, лук зеленый. Да. И теперь мы это все пробуем. Но для начала, перед тем, как мы отрываем кусочек. Смотри, вот он. Да. С жиром. С жиром. Ужас. Тостик. И бульон. Сразу капусту. И далее картошечку. Я вам скажу честно. Если так не кушать, не стоит жить. Ужас. Да, так и есть. На здоровье. Какой смысл в этой жизни? Если так не кушать. Ну, не каждый же день. Ну, не каждый день. Согласен. Спасибо большое, Боже. На здоровье.